Я думаю, что вы получаете удовольствие от этого матча, если бы еще чуть побольше сопротивления оказывал сборной Нигерии. Но вот, может, сейчас удар, да! Вот свершилось! Удар по воротам Бабангиды и свежая кровь с новыми силами. Бабангида размочил счет. 1-4, ну что, по крайней мере, есть гол престижа. Смотрим еще раз этот эпизод. Вот здесь очень неосмотрительно. Видимо, ну, впервые в этом матче расслабилась оборона датчан. Один Бабангида и бьет в нижний угол. Шмейхель видел, что он уже не может среагировать, сложиться и броситься руками в угол. Поэтому он, как делают голкиперы в таких...